снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы продолжим играть всеми любимую и обожаемую игрушку под названием Turmoil. И предыдущей серии мы остались о том, что мы заработали огромную сумму в размере 25 тысяч баксов. Это больше, чем все остальные в итоге заработали. Все остальные заработали там 4-3 тысячи баксов, по-моему, а мы 25 тысяч заработали. И в итоге довольно сильно обогатились. И после этого я... сел записывать еще один ролик, и у меня эта серия в итоге не записалась вообще, и я вот на этом остановился, что я прошел еще один уровень. И в итоге мы заработали 9100 баксов. Сейчас вот я заработал буквально, записывал для вас серию, но в итоге все поехало куда-то не туда. Но в любом случае, вот сколько мы заработали, если что, чтобы вы не теряли сути. Там не сильно важно, просто мы ничего особого там не делали, и там последние территории буквально были. И сейчас как раз самое интересное открылось, что у нас открывается новая локация, где мы опять же будем покупать новые территории, и они открыты все для бидов, скажем так. Но можно пока ничего не буду покупать, я хочу посмотреть, что мы возьмем. Мы, кстати, в прошлый раз еще купили апгрейды, а конкретно купили крота и... ух ты, даймонды какие-то, что это такое? Contrain Moles, The Decap Diamonds. Кроты смогут копать алмазы, мы сможем находить алмазы теперь, что ли? То есть у меня будет... я только не только нефть буду добывать, что ли? Ух ты, это интересно, слушайте. Это меня впечатляет. Дрель, реально, смотрите, 30 тысяч, если набьем, сможем купить дрель. Ух ты, вот это уже круто. Я даже рад, на самом деле, что вы не посмотрели ту серию, которую сейчас я записывал. Самое интересное как раз сейчас начинается, походу. Так, ну что, давайте возьмем себе какую-нибудь территорию. Я даже не знаю, какую стоит себе взять. Ну, пускай это будет вот здесь. Мне череп нравится. Череп означает, что здесь много бабок, я предполагаю. Или же наоборот. Но мне кажется, это наоборот на счастье. Ну что, первую территорию взяли. Так, don't feel around rocks. Это special drill. Он говорит, у меня дрель есть, а если ты найдешь алмазы, то ты можешь найти, использовать там крота, и он типа сможет их скопать. Но у нас пока что столько денег нету, поэтому никаких там супер-мега кротов мы себе пока позволять не будем. Мы просто отправимся дальше. Новые раскопочки, заодно покажу, что делает крот. И тем временем, ребята, если вам нравится Turmoil, то не забывайте, конечно же, ставить лайки. Больше лайков, больше роликов по этой замечательной игрушке. Пройдем ее полностью. Игра просто великолепная. И думаю, вы тоже так считаете. И поэтому не забывайте поддерживать лысыми, это очень важно. Конечно же, чтобы я знал, до какой поры она вам все-таки нравится. Когда мне не стоит ее снимать каждый день. Так, чтобы разбавлять для вас канал, скажем так. Блин, офигительная цена у правой корпорации, но... блин, ну где она находится? Камень! Я еще и могу разбить свой... А, не только не говорите, что мне сейчас придется еще и... Да пошел ты в баню! Хренов искатель с нефти! Я из-за тебя в долги залез! Да ёп! Так, придется взять столько, еще и отдать при том это все. Я кого-то ненавижу. Я ненавижу вот этого парня! Я бы его расстрелял, если мог бы. Ах, ладно, вагон первый. Серьезно, где она находится? Вот у него луч, и здесь камень стоит. Можно это продать? Почему я не могу открутить эти трубы? Блин, это ужасно выглядит. Ладно, я лучше новых ребят найму, пусть они еще что-нибудь найдут. Помимо этого гада, который мне все портит. Они реально, вот у него область, он здесь ударил, он вот так вот посмотрел. Либо она вот здесь находится где-то, но тут камень, и я не вижу толком ничего. Так, у меня есть смысл сделать вот так, чтобы не бездействовала все-таки наша эта добывалка. Как-то вот так вот ее провести сейчас и вот здесь достать. Но надо скорее нефть продавать, потому что... у нас уже ни на что не хватает в данный момент. Какое-то плохое начало новой локации у меня из этих камней. Для меня они были неожиданностью. И, кстати, этот камень все еще здесь торчит, если посмотреть. А вот где нефть была, вот она. К ней можно было все-таки подобраться. Но, блин, мне капец нужна дрель. Капец как, капец как, капец как. И отсюда, главное, нет, ответвления не сделаешь. Это самое печальное. Ой-ой-ой, тут уже надо в правую корпорацию все нести. Давай, бабосики, 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 скорее. Мне нужны деньги, и мы теряем очень много времени сейчас на самом-то деле. И это очень печально. Это очень-очень печально, я бы даже сказал. Но мы какую-то хреновую локацию купили. Вся каменистая, ничего нету. Ни в чё попасть не могу. Опять попал в камень. Да иди ты в баню. Заколебали эти камни, серьезно. Это дичь какая-то. Я сейчас гореть буду просто как...
Звезда, не знаю. Ох, я эту же такую хрень построил здесь. Да просто пошла ты в баню. Мой пердак андератак просто этим уровнем. Все, я буду здесь копать. Пошла куда подальше эта вышка, я с ней не буду больше работать. Я бы ее взорвал вместе с этим парнем. Я бы запихал, засадил его с жопой на этот, на эту трубу и вкачал бы в него нефть, не знаю. Прям настолько я его не люблю. Давайте сейчас еще один камень здесь будет, да? Сейчас я еще в камень долбанусь. Ну давай, давай, здесь по-любому еще камень должен быть. Вот и камень. И он до сюда мог добить вполне. И что, мне еще один зигзаг строить теперь? Блин, если бы я даже не нашел слева, я просто бы... Стоп, это нефть? О, это нефть, все. Не, это дичь, надо срочно как-то решать проблему с этими камнями. Это реально... Ой, блин, тут продают нефть за гроши. Я пока на одно пригораю, начинается другая хреновая ситуация. Мне надо еще лошадок, еще сегодня. То сейчас будет переполнение. Вот здесь, если бы удалить вот эту башню, почему ее нельзя взорвать? Че ты мне рукой машешь? А. Зато и цены неплохие. Единственное, что здесь неплохо, здесь за нефть платят очень много. Это единственная какая-то компенсация всего того, что здесь происходит. Мой моральный ущерб списывают на нет. Но пока не хочу так. Пусть... О, правая корпорация дорожает. Вот все в правую понесли. Правая у нас сейчас право. Так, надо нового чувака. Сейчас спилу, оверспилу, или как он там будет называть. Спилу. Нет. Ни капли мимо. Нам, чтоб все в рот попало. Так. Ну, вроде неплохо дела пошли. Но я больше не хочу копать ничего другого. Так, опять мне звонят. Секунду. Сейчас, быстренько. Быстренько-быстренько. Так, все, я здесь. Прошу прощения, что отвлекся. Ух ты, ё-моё, ух ты, ё-моё, ух ты, ё-моё. Да, блин, бери ты этих грёбаных животных с тележками, с бочками. Не, надо бы апгрейд, по которой говорили, что можно будет село на село ставить. Вот этот апгрейд мне просто в жесть как нужен. Да какой... Я не ту кнопку нажал. Так, все, сюда. Все-все-все продаем, пока хороший ценник. Да когда будет офигительный ценник? А уже ноябрь, надо все продавать. Сейчас мы не успеем все это дело сплавить. Всех сюда, все сплавляем. Быстрее, 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 быстрее. Все, сейчас уже декабрь, надо быстрее что-то делать. Так, ладно, все продаю. Плевать, сколько мы заработаем. Все равно это очень хреновый уровень. Прям, насколько жесть, насколько неприятный. Так. И вот туда оставшиеся. Быстрее, быстрее, ребята. Давайте, продаем все, что осталось. Хотя бы какую-то денежку вынесем. Сколько здесь? А я, кстати, в самый офигительный источник воткнулся. Ну, только посмотрите, как я здесь должен был вообще добывать нефть. Без гребаной дрели это просто нереально. Профит 574 бакса. Офигительно я заработал денег. 574 бакса! Насколько все плохо. Просто это самое хреновое... Я еще в кредиты ушел. Да просто... Мне нужна дрель. Можно мне дрель? Я бы ее в кредит взял, но... Так, давайте в банк зайдем, лон. Если я займу... Не, это слишком дохрена будет. Я столько не отдам потом. Я просто выйду в банкрота и все. О, даймонды можно продавать вот этому товарищу, оказывается. Ладненько, пойдем снова в таунхолл, ленд-аукцион, пойдем что-нибудь возьмем. Так, 56, вот здесь офигительная точка, походу. Ну, пока меня никто не перекупает, все остались довольны, в принципе. Я не посмотрел, сколько цифра, кстати, у нашей земли было, можно посмотреть еще раз? Нет, нельзя, блин, я забыл посмотреть, сколько... Так, какую точку мы вообще тогда выбрали по качеству? Так, ладно, даузер отправляем. Давайте крота еще фиганем, может он что-нибудь найдет полезное. Крот, походу, через камни обходит. Вот это, видимо, довольно неплохо. Ну что, ускорим время. Вот он здесь начинает копать и ломать потихоньку. Экс, нашел что-то. Лишь бы не камни. Ух ты, сразу попали. Это уже говорит о том, что это мы хорошо начали. Реально очень хорошо начали. Просто космически хорошо начали. Ух, как я доволен, как я рад. Так, там еще товарищ нашел что-то. Давай сюда, здесь. Опускаемся. Не камень, не камень.
Сколько нефти мы нашли, кажется, прямо самое то. Прямо самое то. Надо срочно продать, это сейчас оверфлоу будет этот. И взять себе еще коняшек на работу. Кстати, можно быстренько продать еще немного и купить еще коняшку. Мне кажется, три коняшки будет самое то для старта. Тут довольно много качать и... Ух, да, мы хорошо заработаем в этот раз. Очень хорошо. Прямо даже несколько село сразу понадобится. Ну что, подождем, пока здесь подорожает, насколько возможно, и сюда все продадим. По-быстрому. Давай. Все, остановился, быстро продаем. Быстрее. Все, успели сплавить? Успевает по доллару сплавить, Все, хватит. На этом хватит. Это все. Еще чуваков. Сюда бы еще одну башню, на самом деле, подрубить, чтобы еще тянуло. Ну ладно. Пусть пока так будет. Так, он что-то уже нашел. Еще одну башню я строю. И вот сюда. Нет, у него луч вот так бьет, поэтому здесь должно быть что-то. Лишь бы не камень. Так. В самом низу, что ли? А, вот оно. Вот оно золото. Черное золото. Походу придется продавать. Мне некуда поставить новую эту. Или есть куда поставить. Сюда, по идее, можно, конечно, воткнуть. Но как мне тогда... А, вот здесь есть место. И мы еще куда-то попали. Так что можно все еще посплавлять и подержать. Сколько у нас июнь? Нормально еще по времени. Так, тут цена неплохая. Можно пойти продать мне, чтобы еще одну добывалку включить в итоге. Ну, пока, кстати, весьма неплохая стоимость. Можно еще продавать и продавать. Странно, что крот не нашел. Видимо, глубоко. Ага, о. Блин, да как я промахиваюсь все время? Такой миллиметр, можно сказать. Ух, ценник там просто космический. Быстро. Все в темпе, ребята, все продаем. Пока меньше доллара не упало, все продавать. Быстрее. Так, все, хватит. Этого нам более чем достаточно. Давайте крота еще возьмем, наверное. Так, крот. Пусть здесь поищет. Все, мне этого хватит, полагаю. Нефти куча. Добываем в огромном масштабе. Прямо, ух, как хорошо добываем. Давно так не добывали. Прямо аж слезу бы пустил. Ну не буду, я ж мужик. Вижу камни. Смотрите-ка, есть камни. Могу предположить, что это где-то вот здесь. Ну, блин, 500 баксов тянуть. О, стойте. Вот здесь видно что-то. Слушайте, крот, походу... Блин, камень! И на какого он огромного размера? Еще камень. Я его обошел. Так. Еще камень. Отлично, я рад. Я курс валют. Переполнение, село, новое село. Куда село? Ладно, продавать быстрее. Сейчас все польется через края. Так, нет, здесь хреновый курс, вот сюда продаем. Все, пора продавать, все, время уже сентябрь. Значит, пора все продавать. Такс. Блин, даже не знаю, как бы нам подвести теперь эти камни дурацкие. Теперь не дадут мне подобраться нормально, наверное. О, не, попали. Ес, еще одна функционирует. Все. Ух ты, офигеть, вот это... Посмотрите, 0.50, это рекорд. По стоимости, сейчас мы прям хорошенько все продадим. Все продаем, все быстрее, пока можем. Реально офигеть, сколько сейчас заработаем. Прям. Все, хватит. Пока еще соберем запасы. Стоп, октябрь, а сейчас ноябрь. И надо будет уже в ближайшее время подтянуться. Давайте цены. Ну, давайте. Ну что это за цены такие? Ладно, придется продавать все, что есть. Потому что есть. Быстрее, ребята, быстрее. У нас время горит. Давайте. Двадцатка. Есть, двадцатка. Мы сделали это. И я самые огромные точки так-то. Вот там даймонд был. 18 тысяч мы заработали. Я надеюсь, что на этот раз я сделал всех. Да, я победитель.
Ура! Отлично. Хотя я прошлый раз по полной программе проиграл, так что особо не сказать, что я чемпион, но в любом случае было неплохо. Ладно, на этом будем заканчивать. Если вам понравилась данная серия, данный ролик, если вам хочется больше роликов по Турмуил, ставьте, конечно же, лайки, и мы будем продолжать играть и пройдем ее до конца, конечно же. На этом все. Увидимся в следующий раз. Удачи!